Ведьмак, сам. Ну хватит. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме.
медальон дрожит. Это место силы. Нам записаться не хочешь, Нордлин? Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку. Они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Приветствую! Дай-ка взглянуть.